Вот к нам приехала пиздатая машина, Chevrolet, хуй знает какая модель. Мы даже сейчас посмотрим. Chevrolet Rezzo. Ну, в общем, суть не в этом. Вот так сливается масло с мотора. Учитесь, ребята. Видимо, владелец даже не думал его менять. Ездил, пока не наебнется. Мотору пизда. Просто пизда. Собственно, нам предстоит его заменить, блядь. Но так обращаться с машиной, блядь, это просто... Ну, смотри, это, жижа пошло. Да. Такое ощущение, что двигатель сорёт, блядь. Больше на это похоже, блядь. Не, может, они правда на Куталине ездили. Нет, я думаю, что это когда-то было маслом, но... Но если его никогда не менять и вообще как бы забить на это дело, вроде ездит и ездит, ну вот. Собственно, весь ответ, почему двигатель наебнулся, вот он, собственно, ответ. Да, вообще, я в шоке, конечно. Нихуя я обосрался, он сейчас выебет. Тримал, ебаный. А че он, тормозил не там? Нихуя его потащил. Он перезастал его. Нет, ну а развернул. За нами сейчас поехал, развернулся опять. Нет, уехал. Блять, нихуя. Ну все, мы проедем. Сразу же, короче, сразу как ты последняя машина уходит, смотришь, чтоб там как раз автобус там пролетит. Вот, сразу выходишь, похуй на это. Если что, бей его на. У него у тебя момента справа и все. Вон, он у тебя. Короче, не успеешь, не переживай. Там две машины и пустота. Все, поехали. Поехали, 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 поехали. Давай, 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 давай. Вот так. Все, второй вечер. А этот придурок пусть так и сидит нахуй. План обгоняет неправильно. Да, я видел. Ну ладно, потом могла его сделать. Нет, все-таки вылетел. Ну и хули долго, да? Один и твой объехали. А, смотри, как на крюку. Ящ! Ты дурак! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Сука, ебаный гандон, блядь! Нет, 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 нет.